Всем привет! С вами Юля. Сегодня 23 сентября, суббота. У нас очень-очень жарко. 32 градуса, 32-33, ну в зависимости. Есть районы, где и 35 градусов. Очень жарко, и завтра тоже будет очень жарко. Завтра мы поедем на море. Наверное, это будет в этом году последняя поездка, потому что во вторник у нас обещают похолодание, дожди. Мы ждем похолодания, потому что в этом году очень сильно устали от изнуряющей жары. Прям вот половина лета была очень-очень мягкая погода, а вторая половина ужасно жарко, душно. Ну, в общем, такая погода только для отдыха. Поэтому, если кто-то еще не успел отдохнуть, съездить в отпуск, кстати, на островах еще можно купаться до конца октября, поэтому можете успеть хорошо отдохнуть. Будет как раз самое лучшее время для отдыха, потому что нет туристов уже, цены нормализуются, не такие высокие, море прогретое, теплое, нет вот этой изнуряющей жары, тепло, приятная погода. Вот, и сегодня я решила снять видео, показать вам небольшие продвижения совсем мало, но в основном собрать, показать покупки. Покупок тоже мало, потому что я в последнее время стараюсь не покупать, у меня большие запасы достаточно, я ничего не продавала, поэтому у меня все собралось, огромные запасы, мне на несколько жизней вперед всего хватит. Все люблю, все хочется вышивать, но времени становится почему-то всегда все меньше и меньше, как-то происходит непонятно, поэтому и вышиваю меньше. Хочу начать с процессов, у меня всего сейчас два в работе, их вам покажу. У меня на эти процессы сейчас настроение, ну вот начну с ангела Рождества, Dimensions, простая коллекция, я уже показывала вам этого ангела. Покупала я уже в прошлом году, а в этом году, в начале года, я взяла и начала этот процесс. И очень рада, что я его начала, что не отложила, потому что он вышивается очень-очень интересно, приятно, с таким удовольствием я работаю с этой вышивкой. Поэтому я очень-очень рада, что я начала этот процесс. Говорю, потому что у меня постоянные угрызения совести. Процессов я поначинала очень много в различных стартах, летних, апрельских, новогодних. Ну, в общем, во всех возможных играх я старалась участвовать, всего поначинала. Вот, и теперь у меня очень много начатых процессов. Продолжаю начинать, потому что какие-то процессы прям вот, знаете, к сердцу и хочется открыть и сделать какие-то крестики, просто порадовать себя. Поэтому вот так. Я знаю, что много девочек ждут какие-то определенные вышивки. Вот, я это все понимаю, но видите, кому как повезет. По настроению. Есть настроение, беру, вышиваю. Нет, пока ждет своей очереди. Вот, ну это Dimensions, рождественская коллекция, ангел Рождества. Размер 18 на 20 сантиметров. Вышивается на 18 каунте Аида. Вот, еще раз вам покажу какие-то детали. Можно рассмотреть. Конечно, потрясающая проработка. Шикарно. Посмотрели обложку, налюбовались. Покажу вам теперь, какая у меня организация. Вообще, эту вышивку я вышиваю на станке, но сейчас сняла, чтобы вам показать, потому что станок-то огромный. Организация у меня идет вот в такой сумочке. Это одна из первых сумочек, которые я сшила. Как я с ней долго возилась, это для меня вообще как шила мужской костюм буквально, эту сумочку. Ну, первая работа, мне хотелось оформить и вышивку, и сделать что-то полезное и практичное. И действительно, сумочка получилась очень практичная. Я поняла, что вот именно для организации вышивок вот такая форма лучше всего, потому что благодаря вот этому клапану есть возможность у этой сумки, ну, как-то расширяться, да, если был замочек, замочек немножко ограничивает возможность. Вот тут у меня, к примеру, нитки организованы на органайзер пака, видите, он большой, тут у меня иглы, все, ну, я вот
просто как вот поработала, так они у меня иглы торчат, я их не убирала в бок, да, у меня рабочий процесс. Вот, ну понятно, нитки уже немножко подзапутались, потому что процесс нитки я стирала перед тем, как начать вышивать. Вот, делала очень серьезную организацию, нитки постираны, поэтому тут мне как бы, по крайней мере, в этом уже плане можно быть спокойным. И, кстати, здесь у меня также в этой сумочке лежит еще один процесс, который в своей очереди ждет. Ну, раз он там лежит, я достала, я вам покажу. Напомню, это у меня фестралы по Гарри Поттеру. Уже соскучилась, вот достала, смотрю, соскучилась по этой работе. Надо взять хоть еще крестика вышить. По Гарри Поттеру фестралы, авторская схема. Оставлю в описании под видео название автора, что и кто, потому что сейчас вот так сразу не вспомню. Вышивается для меня сложно, потому что очень много синих цветов. Намешано, конечно, сильно, но вот почти 50% вышито, где-то 43, что-то около того. И здесь очень интересный бэкстич. Красиво все это выполняется. Сейчас я камеру постараюсь вам. Вот, смотрите, как все красиво оформлено. Даже не скажешь, что это нитки. Так, немножко поближе. Тут фестрал, Гарри Поттер и Полуна вырисовывается. Но тут у меня текст. Да, вот когда достанешь работу, посмотришь, так сразу всплывают теплые ощущения. Хочется к ней вернуться. Ну, нужно будет, конечно же, хотя бы пару тысяч еще в этом году сделать, продвинуть, а в следующем году тогда будет финиш. Вышиваю на Линде 27 аккаунта, такой вот цвет бежевый, темно-бежевый, да, и нитки у меня в органайзере, ну, конечно, они не здесь, здесь у меня просто вышивка. Вот, кстати, я для вот таких вот работ, которые просто в очереди, хочу сшить чехол, но это попозже, поэтому пока она здесь лежит, чтобы не пылиться. И здесь же у меня также нитки. В общем, такая простая организация. Ну, а схема понятна на станке. Вот. Ну, и вот так сумочка у меня стоит на рабочем столе. Очень удобно, кстати. Удобная организация. Ну, и так непосредственно о самом процессе. Так, вставлю фотографию, как работа выглядела на начало месяца. И теперь вы видите, как она выглядит сейчас. Работа подросла немного, потому что это 18 каунт. И так как я вышиваю вечером, 18 каунт у девочки мне уже дается не так шустро, глаза быстро устают, поэтому много вышивать не получается. Но, тем не менее, есть продвижение. Особенно то, что мне вот понравилось из этого участка вышитого, это вот, вот эта клетка. Здесь вышивается, по-моему, в три нитки крестиком, с металликом, бленд 15-30 и металлик, если я не ошибаюсь. Вот, и получается очень деликатный такой блеск, действительно металлический. Вот я стараюсь вам показывать, немножко так делать повороты, наклоны, чтобы свет играл в этом металлике, очень красиво смотрится. И вот здесь, где видите над клеткой цветочки, здесь, конечно, достаточно сильное смешение одиночек, разброс. Здесь мне пришлось постараться, потерпеть вот эту всю частую смену нитки. Но оно того стоит. Получается очень элегантно, очень аккуратно. Вот. Половина работы примерно будет вот на этом уровне. То есть, если я вот так смогу закрыть этот кусок, то у меня будет половина работы. По крестикам. Ну, тут, конечно, еще и бэкстич, и кординг, много отделочных стежков. Работа мне нравится, поэтому я сейчас стараюсь ее продвигать и хочу вышить до половины. Не знаю, буду я делать прямо вот сейчас отделочные стежки, может быть, отложу на потом, по настроению, как пойдет. Ну, вот на данный момент пока вот так. Надеюсь, что смогу довышивать до половины. И даже если я отложу на этом этапе,
для меня тоже будет это очень приемлемый результат, потому что, ну, все-таки 18 каунт, половина работы – это большой результат, если когда возвращаешься к работе, которая уже находится на этом этапе на 50%, потом вышивается намного шустрее. Поэтому вот на сегодня у меня цель такая – дойти до половины. Так, ну и покажу вам сейчас еще один процесс. Следующий процесс, который я хочу вам показать, это Риолис поцелуй. Я думаю, что многие из вас знакомы с этой картинкой. Очень известный, популярный дизайн. Многие вышивают. Раньше очень часто вышивали этот дизайн. У меня от Риолис было куплено как раз два набора: «Материнская любовь» и «Поцелуй». «Материнскую любовь» я вышила несколько лет назад. Ну и чтобы оформить в пару, мне нужно было вышить «Поцелуй». Я начала этот процесс, ну и, как вы понимаете, отложила на очень-очень долго. Причем у меня начало было там совсем небольшое, буквально какой-то кусочек. Потом я еще делала несколько подходов, тоже что-то я повышивала. И все, и работа лежала несколько лет. Я даже стала в какой-то момент немножко переживать, что работа, ну, так у меня и зависнет. Потом пришел момент, мне захотелось немножко мои начатые процессы прогнать там по тысячу, ну, по сколько-то крестиков, повышивать по несколько дней. И вот в этот момент, когда я вернулась и стала вышивать этот процесс, я снова вспомнила, полюбила вышивать шерстью. Кстати, дизайн вышивается очень легко, просто, интересно, быстро. И этот процесс у меня задержался в активных работах. Я делала несколько подходов, и вот до сих пор эту работу стараюсь держать поближе, когда есть возможность, тоже вышиваю. Ну, видите, у меня сейчас две работы, вышиваю я мало, поэтому и такие продвижения у меня небольшие. Но, тем не менее, работа почти доросла до половины. Половина процесса будет вот здесь. Осталось вот вышить совсем маленький кусочек. Работа была оформлена на кюснапы. Организовано, простите, на кюснапы, но мне стало неудобно тянуться, тем более здесь вот так вот прям вот край кюснапом подходил, причем вверх нужно было тянуться, и края обработаны у меня лаком для ногтей, они немножко такие жесткие, и я очень неприятно постоянно терлась правой рукой, когда внизу одна рука находилась при вышивке. Мне это стало некомфортно, я стала что-то думать, искать, и вспомнила, что у меня же есть прекрасные рамы. Организовала процесс на раму, есть у меня и боковая натяжка, но сейчас я все это сняла, чтобы развернуть работу, вам показать. Вот, поэтому я думаю, что я уже вот-вот тут должна дошить этот кусочек, каких-то там, может быть, 200 крестиков тут осталось, и я сделаю хорошую перемотку. Я уже сделала разметку вверху смывающимся маркером, поэтому мне осталось чуть-чуть и будет половина. Ну, я думаю, что буду стараться держать работу поближе, чтобы продолжать ее вышивать. Может быть, получится и финиш в этом году. Но это так, не в загад. У меня, знаете, может быть, все очень быстро изменится. Я захочу другой процесс, которых у меня там много. Ну, к примеру, я выделила примерно 9 процессов, которые у меня более-менее активны. Вот так вот, чтобы вы представляли масштаб бедствия, что я натворила за годы вышивки со своими начатышами. Ну, я играюсь. У меня много оформленных вышивок, много в рулоне, которые я могу открыть и в любой момент какую-то работу взять, оформить и поменять какой-то интерьер или сделать просто себе новое настроение. Поэтому все в удовольствие, я не гоню. Так, ну что, здесь, по-моему, я все вам показала, все рассказала. Покажу, наверное, нитки. Нитки вот так, на таком органайзере дубко. Я очень люблю эти органайзеры. И вот они, мои шерстяные ниточки. В принципе, вот так, такая организация. И к этой организации есть у меня чехол. Я, по-моему, вам уже его показывала, но покажу еще раз. Вот, я шила чехол на раму. Ну, так как у меня сейчас две рамы в работе, мне нужен второй чехол. И мне очень понравилась эта штука, очень удобно, комфортно. Одевается так на раму, да, сейчас не буду показывать. И вот тут вот завязочки. Просто вот так раз и завязывается все. Очень комфортно, очень удобно, хорошо закрывает. И схему там можно хранить внутри. Поэтому я хочу сшить еще один такой чехол. Плюс
ну, наверное же, такого же плана, как будет и чехол, и для работы я хочу, чтобы в этот, так скажем, чехол, как ролл, складывать те работы, которые у меня хранятся, вышивки без кюснапов, без, ну, без организации, они просто лежат в каком-то рулоне. Но чтобы они там у меня просто так не лежали, не пылились, я хочу тоже сшить такой чехол. Надо будет посмотреть, какие у меня есть ткани. Есть уже некоторое представление, какой-то опыт, поэтому я думаю, что нужно будет найти время и сшить. Очень казалось практично. Мне понравилась эта штука. Вот. Ткань красивая. Ткань, кстати, мне это очень понравилось. Есть у меня один такой кусочек. Но я хотела бы из этой ткани сшить себе косметичку. Посмотрим. В общем, наверное, в конце видео мы сделаем какой-то обзор по моим тканям. А пока перейдем к покупкам. Так как и говорила, что видео больше о покупках. Поэтому идем смотреть, что у меня новенького появилось. Так, покупок немного. Ну, быстренько пройдемся, что есть. Так, недавно я получила вот этот набор. Это Dimensions, видите, перевыпуск. Я даже не знала, что был перевыпуск этой девчули. Мне давно она нравилась, но она мне не попадалась на сайтах, где я обычно делаю покупки. Вот, а заказывать, ну, с eBay, еще с каких-то сайтов очень, очень сложно, проблематично. Поэтому я, конечно, на нее посматривала, думаю, ну, попадется, возьму. Нет, так нет. Очень мне нравится здесь шляпа, цветы. Ну, красивая, красивая девочка, красивая композиция. Вот, я давно не мечтала. И вот так сложилось, что мне посчастливилось ее приобрести. Я этому рада. Я бы все сразу начала, как вы понимаете, но держу себя в руках. Я рада, что она есть в моей коллекции. Значит, когда-нибудь я все-таки ее вышью. Dimensions в последнее время я люблю все больше и больше. Становится фаворитом в моих вышивках. Поэтому буду ее обязательно вышивать, эту красавицу. Дальше. Еще один набор тоже. Мне он давно нравился, но так как-то не складывалось. То финансово не получалось, то где покупаю, его не было. Вот, долго смотрела, думала. И у Юли, я вам уже говорила, у нас есть в Греции женщина, которая вышивает, мы общаемся. Она распродавала наборы, я у нее покупала этого, скажите, павлина, правильно, который у меня тоже в процессе. И вот был еще вот этот набор. Он мне тоже нравится. Красивый, такой атмосферный. И я с радостью его тоже выкупила. Вот недавно получила, поэтому очень рада и благодарна за эту возможность. Ниточки. Основа. Люблю эту кофейную основу. Класс. Вот. Девочки вышивали, конечно же, очень-очень красиво смотрятся в оформлении. Так, это с 1, 2, 3 стич. Хочу купить, собрать себе цветочную коллекцию Dimensions. У меня пару букетов есть. Нужно еще докупить несколько, чтобы потом их все вышить. Было лето, так хотелось пионов. И вот пионы и колокольчики. Вот такая красота. Люблю Dimensions, как и сказала. Вот такая красота. Так, что еще? А еще у Юли я выкупила два вот таких вот интересных наборчика. Как говорится, недолго думая, увидела и решила, что надо взять и попробовать. Почему бы и нет? Я периодически люблю пробовать какие-нибудь такие интересные вещи. Здесь две игрушки. Это фирма Dimensions, 98 год, очень старенькие. Марка вот так называется, Sweet Stuffy, не знаю, что это, что там. Вот, вот такие вот два наборчика. Вышиваются они на 14-й Аиде, но я буду вышивать на Линде однозначно. И с обратной стороны вот так вот. Я их прям очень ждала. И я думаю, что прям
мы с вами откроем один. Но он уже сам открылся, понимаете? Поэтому, раз он сам открылся, давайте посмотрим, что внутри. Ну и сразу я вам хочу сказать, что я эту рыжую киску буду вышивать. Я думаю, что я с ней быстренько должна справиться. По крайней мере, я так надеюсь, что мне повезет, и я справлюсь. Поэтому сразу, пользуюсь моментом, показываю, что какая здесь комплектация. Так, шармик, какая-то такая простая звездочка. Не супер важно, а запечатана эта звездочка. Даже если вышивать, можно без нее вышивать, без этой супер звездочки. Нитки. Нитки в узелке, как и раньше. Ну, не так немного. Синий очень красивый такой. Металлический. Рыжий, коричневый, желтый, зеленого чуть-чуть. Видите, вышивки тут немного. Вот такие вот и ниточки. Дальше что у нас есть? Кусочек фетра в хорошем состоянии. Это для крыльев, чтобы наш тигр порхал. Так, тигруля. Так, это на задник, скорее всего. Так, все здесь как-то здесь закручено. Смотрите, сколько лет, а ткань как новенькая. Прям вот ничего с ней не случилось. Такая печать прям серьезная. А вот здесь вытащили нитку. Либо что, это так отрезали. Либо покрашено так как-то интересно. Тут такая штука. Но все равно для тигра хватит. Поэтому этот кусочек он не играет значения. Ткань как новенькая. Видите, хорошая печать. Очень плотная. Все красиво, все классно. Тигр будет яркий. Все как я люблю. Так, смотрим, что тут дальше. Так. Дальше Аида как раз 14 каунта с иглой. Но Аиду я буду менять. Кусочек мне, конечно, пригодится. Хорошая Аида. Такая, знаете, мягкая, податливая. Из старого Dimensions. Но я буду вышивать на линде. Я так думаю, что будет лучше. На линде. Может, на Аиде нужно вышивать. Да нет, наверное, на линде вышью. Так. И здесь что у нас? А вот и схема. Ну, видите, вышивается здесь немного. Вот такой вот чудо-кот. Тигр праздничный. Хорошо. Я думаю, что сегодня я этим вопросом и займусь. Организацией. Вот у меня только сомнения мучают. На линде вышивать, то ли на Аиде вышивать. Аида, конечно, плотная, хорошо будет держать форму. Хотя линда вроде бы неплохо держит форму. Даже не знаю, что делать. Буду пробовать на линде. Если что, перешью. Вот. Ну, а этого не будем открывать. Пусть пока запечатанное остается. Вот здесь видите, какая интересная тоже ткань. Чашечки с сердечками. Мишка очень красивый, с чайничком. Хозяин. У него красивый такой галстук. Этот бабочка, не галстук, простите, бабочка. Хороший Мишка. Классные, классные штуки. Так, ну это не все покупки. Сейчас принесу еще. Постараемся минимизировать шумы от пакетов, потому что некоторые очень шуршащие. Значит, следующая часть покупок – это комплектация мирабилей. У меня мирабилей немного, совсем чуть-чуть. Вот, но, тем не менее, мне захотелось их укомплектовать, потому что какие-то схемы мне очень нравятся, и я думаю, что весной я захочу что-то начать. Вот, я надеюсь, что я что-то закончу из того, что у меня есть, и потом могу что-то начать. Ну, мы вышивальщицы, живем мечтами, почему бы и нет. Вот, и решила укомплектовать несколько мирабилей. Во-первых, у меня давно куплены вот эти вот классные русалки. Просто сумасшедшие, интересные. Какие здесь оттенки цветов, и бисера очень много. Вот он, этот пакет огромный. С материалами, не буду тут уже шуршать, все вам показывать. Там бисер, креник, вот какие нитки красивые от Water Lilies. Вот, и здесь у меня не было ткани. Видите, здесь такая серенькая ткань, очень
деликатная, деликатный серый цвет. И я вот сколько думала, смотрела, никак не могла подобрать. Потом думаю, так, раскошелюсь и куплю то, что по ключу. Но вы знаете, что по ключу эти ткани очень дорогие. Поэтому я вот, ну, это время, в этом году трачусь вот на такие вещи, просто комплектую, потому что, ну, дорого, дорого. Вот, несколько мирабили я смогла укомплектовать. Так, видите, кусок большой, не буду весь открывать. Вот этот кусок, это у нас 32-й каунт, грей, серый лен, размер 18×27, это в инчах, да. Вот, что это за ткань? По-моему, это Цвайгард, если я не ошибаюсь. Сейчас, подождите, посмотрю по чеку, который я сохранила. А вот в чеке не написано, что вообще за производитель. Вот, представляете, я думала, что написано, а тут не написано. Ну, значит, это может быть от Вичилд, может быть, это не Цвайгард, потому что, скорее всего, от Вичилд. Давайте посмотрим, есть ли в схеме здесь какие-то указания. Да, это у нас Вичилд получается, потому что Цвайгард не дает какую-то другую основу. Дается, да. Либо можно вот в 16-м каунте, либо в 32-м, но это все от Вичилд. Это вот у меня получается лен от Вичилд. Вот такая у меня получается комплектация. Ну, нитки ДМС всегда можно найти. У меня почти вся коллекция, вся палитра. Поэтому ткань есть. Материалы все у меня заготовленные. Вот у меня укомплектовалась одна мирабилия. Дальше. Недавно тоже вам показывала от Вичилд, купила вот такой большой кусок основы. Это Belfast 32 каунт 26×35 инчи. Вот эти инчи меня всегда путают, и я покупаю больше, чем нужно. Но больше лучше, чем меньше. Всегда можно куда-то использовать. Тем более, что это, посмотрите, какая шикарная основа. Эту основу я покупала для мирабилии. У меня схема скачанная. Мирабилия Рождества. Ставлю вам картинку. Я эту мирабилию уже начинала вышивать на другой основе, но основа крупного 14-го каунта. Я начала, так очень активно там вышила большой кусок, но потом я помнила, что все эти мирабилии идут на 32-м каунте, она будет на 14-м выглядеть очень, ну, как-то неестественно, да, и пока вышито не очень много, я решила сделать рестарт, может быть, в этом году, опять же, мечты. Сделаю какое-нибудь начало, может быть, под Рождество, очень волшебно возьму и сделаю первые крестики на вот этой очень интересной основе. Я еще никогда не вышивала, кстати, на вот такой вот основе, покрашенной вот так вот с разводами. Это будет для меня первый опыт. Очень-очень хочется попробовать, поэтому надежды. Ну, может быть, даже если не в этом году, в следующем, еще через год. Эти дизайны, на мой взгляд, это классика, они настолько прекрасно, гармонично, что и через 10-20 лет все равно они будут актуальны, да, потому что мирабили не вышиваются как Gold Dimensions Gold Petit быстренько, они вышиваются очень долго, ну, по крайней мере, у меня. Вот, может быть, кто-то вышивает пошустрее, больше времени, но все равно, даже если много времени, они, это не те работы, которые вышиваются очень-очень быстро. Здесь нужно, конечно, время и терпение, поэтому у меня есть дизайны и от Lavender and Lace, старенькие, которые уже сняты с производства, я эти схемы искала, покупала, и знаете, они тоже для меня, они супер актуальные, очень красивые. Может быть, чуть попозже вам покажу, надо добежать до пакета со всеми мирабилиями. А пока продолжаем. Идет следующая красавица. А нет, это не красавица, это две красавицы. Опять пакеты шуршащие. Была у меня куплена вот эта схема. По-моему, нет, без бисера, просто схема. Да, я когда-то на сайте мадам... Ох, забыла, как называется сайт. Я вам вставлю, напишу на экране.
Ну, вот забыла. Забыла название сайта, но напишу вам. Я как-то там купила несколько схем. Только схемы были по хорошей цене. И вот теперь потихоньку стараюсь их укомплектовывать. Вот такие прекрасные музы. Они меня так вдохновили, так хочется их начать. И даже не знаю, что с собой делать. Может быть, на весну опять же таки мечтаю о них. И я их укомплектовала полностью по ключу. Все, что нужно было, купила. Во-первых, это опять же вот он, лен. По-моему, тоже это Вичелд. Да, Вичелд, вот этот зеленый такой травянистый, насыщенный цвет. Очень красивый. Мне нравится вообще зеленый цвет. Я очень люблю. Потрясающий оттенок. 36 каунт, края обработанные, 18×27 в инчах, большой кусок. И здесь целая куча бисера. Вот так буду показывать. Потому что эти пакеты, конечно, шуршащие. Вот. Дальше. Дальше Офелия. Офелия же это у нас. Да, Офелия, правильно. Вот, тоже достаточно популярный дизайн, известный. Его в последнее время часто вышивают. Ну, здесь меня привлек, опять же, зеленый цвет основы. Ну, и, конечно же, сама девушка красивая. Композиция как будто это цветок. Да, здесь настолько вот это платье, оно все расплывается по всей основе, не видно, в общем-то, ни рук, ни ног. Ну, есть они, конечно, руки, но они здесь не бросаются в глаза. Лицо видно, конечно, волосы, но настолько это все порхает, как будто это цветок распускается, бабочка порхает. Очень все это необычно и красиво. Вот, опять же, шикарная основа, может, это одна и та же по цвету. Давайте я посмотрю. Знаете, у меня покупки приходили, я даже не открывала, ничего не смотрела. Ну, вот это более насыщенный оттенок, это более приглушенный. Может быть, если это ручная покраска, то так оно как бы и получается по-разному. Каких-то здесь данных у меня нет, подробностей. Ну, в принципе, небольшая разница в оттенке. Вот этот более насыщенный, мне он больше нравится, этот цвет. Этот более приглушенный. Ну, может быть, так и надо. Может быть, это разные цвета, я не знаю. Здесь у них какие-то координаты. 65-141, Z. Вот это что ли? Их код. Да, они одинаковы по коду. Вот сейчас я поняла. 65-141, Z. И это тоже 65-141, Z, но они разные. По своему оттенку. Я надеюсь, это видно. Вот сдалека лучше видно. Видите? Может положить какую-нибудь белую бумажку, говорят, помогает. Более насыщенный, более блеклый. Вот этот, конечно, интересный цвет. Но, видите, так получилось у производителя. Как пришло, так, значит, раскладываю по пакетам. Так и надо. Здесь нитки. Нитки, вот они у нас, Water Lilies, красивые очень цвета. Представляете, как они будут смотреться на вот этой основе. Не знаю, вот этот зеленый будет сливаться, нет. Как оно должно все выглядеть. И пакет с бисером. Очень интересно, очень хочется повышивать бисером. Именно в работе Mirabilly, потому что это отдельно идет удовольствие, как бы украшение. Так, прошу прощения за шуршание, но иначе я потом не разберусь, что к чему. Давайте еще вот последний из покупок. Вот здесь у меня прям целая история. Целая история с этой Mirabilly.
Я, когда просматривала сайт 1-2-3 Stitch, все на нее смотрела, думаю, как она мне нравится, нужно ее купить, обязательно купить, хотя бы схему, потом буду комплектовать. И был какой-то такой момент, я уже положила ее в отобранное, в виш-лист, да, уже подготовила, что вот следующая покупка, я ее куплю. И проверяла что-то в своих схемах, открываю пакет, мешок со схемами, смотрю, а у меня она есть. Я вот чуть в обморок не упала, потому что я была готова ее купить второй раз. Ну, наверное, она мне так, значит, запала в душу, что нужно ее поскорее вышивать. Шикарное платье, красивые здесь розы. И настолько интересно передана атмосфера, что вот мне кажется, прямо эти розы пахнут, да, такой сад. Красивая очень девушка. И розы, и фон мне нравится, вот такой темно-серый, благородный. Вот, поэтому мне в каком-то плане повезло, что я не купила ее второй раз. Вот, но купила материалы. И здесь у меня, опять же, был с вас 27x26 инчи, большой кусок я купила. Всего накупала по размеру больше, чем нужно. Ну, ничего, пусть будет. Вот, и здесь был фас мягкий. Я не люблю Белфаст, потому что он мягкий. Вот здесь вот именно он как натуральный Белфаст, очень мягкий. Капризная такая ткань, она будет расползаться, разъезжаться, ее нужно будет хорошо фиксировать. Такая, вы знаете, как лен натуральный. Вредная. Но цвет красивый и, как вы видите, дизайн очень интересный. Я думаю, что будет просто шикарно смотреться. Вот столько бисера. Бисер, крупный бисер. Но я надеюсь, это от этого дизайна. Я ничего не перепутала. Потому что у меня где-то лежит комплектация еще к Мирабилии рождественское украшение, Рождество. Это у нас Петит бисер, крупный. О, я могла и перепутать что-нибудь. Нужно будет проверять. Потому что почему-то вот этот крупный бисер, мне кажется, он от рождественской Мирабилии, которая вышивается вот на этой ткани. Ну, нужно будет проверять. А давайте я открою и посмотрю, ключ-то есть. Какой тут номер? 6 16 609. А нет, все правильно, он здесь, да. Только здесь не указан номер. Здесь шестерка, что он крупный, а здесь не стоит номер. Какого-то три пакета, 40, да, все правильно, 3 и 2 пакета, 42031. Мне какой-то досылали, а нет, вот они все, 3, 2. Вот этот у меня подозрительный, я не знаю, я не уверена, девочки. 16609, но размер 6. А здесь 16609 просто, не указан размер. Правильно, неправильно мне положили. Даже не знаю, где он здесь может быть. По картинке не видно. Ну ладно. Будем. Когда буду вышивать, буду разбираться со всеми этими нюансами. Так, это вот такие мои богатства. Немного удалось укомплектовать схем. Ну ладно, что получилось. Ну, мне, по крайней мере, вот этого хватит, знаете, на лет на 10 с моими темпами. Значит, вот эта схема. По-моему, у меня есть уже основа. Нужно будет сейчас все пересмотреть, потому что хочу разобрать все мои покупки. И я вам говорила, что есть дизайны от Lavender & Lace, которые мне очень нравятся. Я бы хотела их вышить. Во-первых, это давние покупки, я уже показывала. Lavender & Lace, вот такая вышивальщица. Вышивать буду на Аиде, естественно, потому что черный фон сложно. На Аиде 14 аккаунта. Есть такой красивый, богатый венок. Очень хочется повышивать дизайн. Дальше. Вот такой дизайн. Очень-очень старенький, но для меня этот дизайн очень любимый. Вот его я тоже хочу вышивать, ну, в ближайшее время, потому что сад, розы, очень красивая композиция, кружево, такое шикарное шаль у этой дамы. Великолепный дизайн. Ну и вот такой тоже дизайн. Тоже многим известный. Мне кажется, он будет очень сложный. Здесь так намешаны цвета, такие юбки сложные.
Ну ничего, потихоньку буду преодолевать. Он мне очень-очень нравится. Прям классика классичная. Буду вышивать тоже. Это вот собрано у меня то, что, мне кажется, никогда не надоест. Это такие красивые, шикарные дизайны, которые и через 10, и через 20 лет они будут, будут вышиваться и будут нравиться. Вот, что еще? Ну, на этом у меня все. Спасибо, что были со мной. Спасибо за ваши лайки, комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока. Я уже с вами попрощалась, а потом вспомнила, что хотела показать вам еще и свои ткани. У меня образовалась уже вот такая целая коробка с различными материалами, тканями. Здесь у меня также есть отрезы аиды, которые я еще не упаковала. Вот это вот остаток у меня Линды Луганы 25 аккаунта от моей дорожки отрезанной. Это остатки от дорожки вот этой, не убраны еще. Это вот Аиду покупала я 16 аккаунта, тоже под дизайны. Тоже нужно будет ее убрать, да, упаковать. Вот. Ну и здесь вот из последних покупок ткани я вам не показывала. Может и показывала. Ну быстренько сейчас я вам еще раз покажу. Итак, смотрите, что у меня появилось в моих запасах. Это ткани Liberty. Я купила 3 оттенка, они продавались метражом, поэтому пришлось купить по метру. Вот они мне понравились, эти ткани. Купила я в одном и том же рисунке для того, чтобы можно было сшить какую-нибудь дорожку, может быть, скатерть из блоков. Изучаю пэтчворк, и вот эти цвета мне очень понравились, такие вот они темненькие, ну это темненькие, это светленькие, чтобы был контраст, да, ну и белые, что вообще он как бы ко всему подходит, на задник можно использовать, либо можно делать различные сочетания белого с голубым, либо голубого с синим. Ну, мне понравились эти оттенки, на тот момент мне очень сильно хотелось синего цвета, вот я его и приобрела как основной. Вот, ну конечно, буду думать, как их использовать, пока не нашла я времени вот так, чтобы можно было сесть и начать делать что-то серьезное, потому что ткани дорогие, и не хочется вот просто баловаться, тут уже нужно прям очень хорошо все рассчитать. Очень мне нравятся эти основы, шикарные. Вот. При покупке мне подарили вот такой буклет, это Тильда, основы от Тильды. Здесь, конечно, есть интересные варианты тканей, ну, для тех, кто шьет. Но я смотрю, сейчас много девочек стали шить, оформлять свои вышивки в прикладное рукоделие. Здесь мне очень понравились вот эти варианты. Смотрите, подушки, одеялки какие классные. Вот. Очень, вот это мне одеяло очень понравилось. Как мне нравятся эти одеялки. Тоже хочу такое. Вот как научиться так делать, девочки? Как этому можно научиться? Шикарно просто. Как уютно, как вот необычно, когда в доме есть такие вещи. Очень хочется научиться делать прикладные вещи, приятные для дома. Красивая коллекция основ. Вот они, эти основы. Вот такие. Ну, Тильда, я так понимаю, это больше, конечно, для кукол, но есть здесь и такие ткани, которые и для пэтчворка. Вот. Дали мне книжечку, полистала. Дальше купила я уплотнителя 2 вида. Так, это откуда? Что мне в подарок, наверное, положили. Ну, тоже спасибо. Купила 2 вида уплотнителя. Это немецкий. Один чуть-чуть потоньше, 603, по-моему, как его найти. Вот он клеющийся, вот такой, 603, а второй 601, или наоборот, 601, 603. В общем, разница в том, что вот этот вот он намного толще, он используется для коробок и каких-то чехлов, которые должны, ну чехлов, для коробок, каких-то органайзеров, которые должны держать форму. Я хочу на мой станок сшить такой вот органайзер с креплениями, чтобы он был
ну, как кармашек такой висел, и там можно было складывать какие-то вещи. В общем, купила по метру. Магазин, который я нашла, там все по метру, нет кусочков каких-то, поэтому много не купишь, приходится покупать. Но это мне надолго. Вот, это мне точно надолго, потому что у меня вот был вот такой вот уплотнитель дешевенький, простой. Я с ним все шила. Хе-хе. Ткани тут какие-то. С ним сшила, с этим уплотнителем. Видите, он такой вот тонкий, тонкий. И мне его хватило, но еще и осталось на очень-очень много работ. Поэтому я уверена, что и этот уплотнитель у меня тоже будет хорошо использоваться, ну, долго. Дальше у меня есть еще остатки вот такого обычного тоненького. Ну, это для простых изделий, косметички, там еще что-то, вышивку подклеивать. Вот такого тоже. Вот, видите, я накупила всего, Юля натаскала. И купила метр ткани белой. Тоже это от Тильды серия. Просто очень хороший хлопок. Белый он идет ко всему, так как я планирую шить разные изделия пычерка, то белый он сочетается с любым оттенком и на подклад, и на что угодно. В общем, белый такой очень выгодный цвет. Вот тоже приобрела. Дальше. Ну, дальше что у меня там? Дальше по мелочи. Всегда стараюсь подкупать там змейки, молнии, такую всякую мелочь полезную. Вот. Это я, по-моему, показывала. Что не показывала. Вот такие вот всякие такие мелочи тоже я подкупаю. Вот. Ну и по тканям, что у меня здесь хранится, много всего разных отрезов. Давайте вместе посмотрим и подумаем, какую бы ткань мне взять для того, чтобы сшить еще парочку чехлов. Ну, давно я кручу вот эту ткань зеленую. Она мне очень нравится. Красивый такой зеленый цвет. Я думаю, что один чехол можно сшить вот из этого оттеночка материальчика. И есть еще у меня вот эти птицы, которые тоже я давно кручу-верчу, замучить их хочу. Думаю, что нужно шить вот из птиц, а подклад как раз возьму белую ткань от Тильды. И будет все, как говорится, можно эти две ткани использовать, и белый подклад. Все просто и лаконично. Думаю, что так я, скорее всего, и поступлю. Ну, а дальше у меня там есть, конечно, ткани, но там в основном отрезы 50 на 50, а на чехол нужно побольше кусок. Поэтому нужно что-то вот такое большое. Ну вот, нужно сделать мне еще как минимум два чехла, найти время. Тем более косую бейку также можно будет сделать из белого. Белого много, отрезать кусок и сделать косую бейку. Ну вот такие вот у меня, в общем, планы на ближайшее будущее. Может быть, там до конца года я смогу выполнить мои планы, мои мечты. Ну, теперь точно все, все показала, все рассказала. Встретимся с вами, надеюсь, в следующем месяце и увидим, что же у меня в итоге получилось. А на этом точно все. До новых встреч и всем пока-пока.